Ну что, кто первый? Мы. Амина, я возьму на минутку. Сейчас верну. Я всегда говорил, баскетболисты, отстой! Гуфи, за мной! Лузеры, вам крышка! Офигеть! Лузеры испортили нам праздничный торт! Девчонки, ну пожалуйста, пойдем с нами на выпускной! Да, у нас бабла нет пары. Мы не пойдем с вами! Лузеры, вы опоздали, у близняшек уже есть пара. А вот зря вы не соглашаетесь пойти с нами. Мы крутые парни. У нас самые классные костюмы. Я банан. А я ананас. Бананас. Лузеры, вы в пролете. Девочки, пойдемте, вечеринка уже началась. Пока. Ну и не надо. Лузеры, идите домой спать. Я вас не пущу. Вход на вечеринку только с парами. Никуда мы не пойдем. Мы сейчас найдем себе девчонок. Здорово, Чак. Привет, ребят. О, пацаны, смотрите. Лузеров не пускают на вечеринку. Это все потому, что у них девчонок нету. Эй, лузеры. Че? Гуфи, мы не можем найти девчонок из-за тебя. Почему из-за меня? Потому что у тебя стрёмный костюм. Я тебе говорил брать костюм клубнички. А ты взял банана. Лузеры, я пойду куплю себе кофе и пончики. Только не вздумайте заходить на вечеринку. Поняли? Ага. Гуфи, это наш шанс. Пойдем. Let's go! Приперлись. У вас же нет пар. Мы пришли на тусу танцевать с девчонками. И побеждать в конкурсах. Воу-воу-воу. Удачи, лузеры. В этих костюмах все девчонки ваши. Жди меня здесь. У меня есть пару вопросиков к Лауре. Достал со своей Лаурой. Лаура, если ты думаешь, что придя в таком красивом платье, я прощу тебя и помирюсь с тобой, то ты ошибаешься, этого не будет. Я тоже не хочу с тобой мириться. Дэнс, ты так классно танцуешь. Я знаю. Бенс, я надоела здесь стоять, пошли танцевать. Пойдем танцевать. Ребята, минуточку внимания. Сегодня у нас выпускной, а это значит, что мы должны оторваться по полной. Макс, хорош болтать. Включи музыку, я хочу танцевать. Бабу, успокойся, тебя сейчас выгонят с выпускного. А что такого? Она нас хочет двигаться. Кампус, вы готовы зажигать? Да! Ну тогда погнали!
Ребята, минуточку внимания! Да Макс, вруби музон! Хватит вырубать! А сейчас наш любимый ежегодный конкурс «Газировка хлеб кампуса». Мы любим этот конкурс! Не люблю конкурсы, просто плохие воспоминания. В прошлом году я проиграл баблу. Кстати, может, поцелуемся? Чё? Да не, ничего. Молли, а ты знаешь, какой будет следующий конкурс? Нет, я же новенькая. Следующий конкурс поцелуев. Будешь участвовать? Вау, конечно буду. А ты что, умеешь целоваться? Конечно умею. Прикольно. Камиль, я походу сегодня буду целоваться, прикинь. Ага, прикинул. Короче, чтоб все понимали, бессменный чемпион всех конкурсов в кампусе — это я, бабл-ананас. Поднимите руку, кто хочет принять участие. Кто из вас самый смелый и самый голодный? Я самый смелый и голодный. Гуфи, куда ты лезешь? Это мой конкурс. Короче, в этом году Бабл не будет участвовать, потому что он меня бесит. А будет участвовать Гуфи. Дэнс тоже хочет поучаствовать. Бенс, а что я? Я не хочу пить газировку. Ты что, Сакон? Лузера испугался. Проиграешь лузеру — выгоню из команды. Иди давай. Да он 100% проиграет. Ну что, тогда начнем. Я чувствую, сегодня будет очень жарко. Давай, пацанчик! Ну что, правила знают все. Победит тот, кто выпьет больше всего банок газировки. Ну что, вы готовы? Лузер, советую тебе проиграть, иначе ты знаешь, что будет. Если он проиграет, я его реально из команды уберу. Ну что, сейчас мы узнаем, кто станет газировка хлебом кампуса. Ready, steady, go! Давайте поддержим ребят! Дэнс лидирует! Гуфи, сделай его! Да, давай! Ничего себе! Две банки сразу? А Гуфи разозлился и пьет по две банки! Проиграет. Один записывается. Ну что, в этом году звание «Газировка хлеб кампуса» получает... Дэн! А у нас есть музыкальный сюрприз! Ого, твой выход! Ребята, я записал новый трек, и я хочу, чтобы вы первыми его услышали. Но мне нужна ваша поддержка. Мы поддержим Камиля. Прикольные у нас близняшки. Ага. Ага. Одна вообще-то со мной, а вторая со мной. Спасибо, девчонки. А теперь давайте все включим фонарики на своих телефонах. Она хочет, чтобы я был ее крашем. Я хочу, чтобы она шла куда подальше. Так не может быть, чтоб мир был только нашим. Больше я не подарю букет ромашек. Она хочет, чтобы я был ее крашем. Я хочу, чтобы она шла куда подальше. Так не может быть, чтоб мир был только нашим. Ведь мой мир и без тебя давно раскрашен. Не
бывает, что просто так. Все, что хочешь заработать. Амина, приглашаю тебя на медленный танец. Спасибо, да. Лаура, если ты думаешь, что я тебя приглашу на медленный танец, то этого не будет. А мне не надо. Дэнс, потанцуй. Пропустите, пожалуйста. Дай пройти. Габи? Понка, я иду к тебе. Она хочет, чтобы я был ее крашен. Я хочу, чтобы она шла куда подальше. Так не может быть, чтоб мир был только нашим. Больше я не подарю букет ромашек. Ага, Бен смотрит. Дэнс, ты танцуешь как лузер? Нужно вот так. Так не может быть, чтоб мир был только нашим. Подожди-ка, Габи. Ведь мой мир и без тебя давно раскрашен. Потанцуй. Я с бананами не танцую. А с ананасиками? И с ананасами тоже. Дэнс, ты чё, лузер? Я нет. Да танцуй нормально. Ага. Она хочет, чтобы я был её крашем. Я хочу, чтобы она шла куда подальше. Мой краш поёт. Чтоб мир был только нашим. Ведь мой мир и без тебя давно раскрашен. Спасибо, Кампус. Надеюсь, трек вам понравился. Спасибо, Камиль! Это было очень трогательно. Я даже чуть не расплакался. Макс, такой нытик. Сам ты нытик. Ну а теперь праздничный итог! Красава, бро! Камиль, ты так красиво поешь. Жалко, что мы не потанцевали. Ничего, Мэнди, еще успеем потанцевать. Ребята, сейчас каждый должен укусить кусочек праздничного тортика и загадать желание. Гуфи, мы на выпускном, знаешь, из-за кого без девчонок остались? Из-за кого? Из-за баскетболистов. Поэтому я сейчас им испорчу праздник. Ты со мной? Конечно, я с тобой. Ну что, кто первый? Мы. Амина, я возьму на минутку, сейчас верну. Я всегда говорил, баскетболисты, отстой! Гуфи, за мной! Лузеры, вам крышка! Офигеть! Лузеры испортили нам праздничный торт! А я всегда говорил, не надо звать лузеров на вечеринки! Они все время все портят! Вы что-то имеете против лузеров? Блин, мы не смогли загадать желание. А я хотела загадать себе парня. Значит, останешься без парня. Ребята, не расстраивайтесь. У меня для вас есть еще один сюрприз. Только для этого нужно выйти на улицу. Смотрите, ребята, это капсула времени. Сейчас мы наше послание в будущее закинем в эту капсулу и закопаем. А зачем ее закапывать? Да, для чего все это? Все вам надо объяснять, что тут непонятного. Через 100 лет новоученики кампуса откроют нашу капсулу и прочитают наше послание из прошлого. Ого, это круто! Камиль, знаешь, что я написал? Хочешь, расскажу? Давай. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик и ждите наши новые серии. Всем пока!